Всем привет! С вами снова Лорд КДА. Ну что, не ждали, что финальным эпизодом будет прохождение Довика? Ну, не прохождение, конечно, будет летсплейчик, но тем не менее. И кое-что тут будет как бы отличаться чуть-чуть. Да, обычно я все летсплеи делал, даже совместные, с Джеком Самуэлем за... Кого? Правильно, я играл за... Хаоситов. Сегодня я буду заканчивать сезон, играя за лейлистов. Итак, пользовательские игры частные. Так, капитан, кровавый ворон, все верно. Так, столичный шпиль, нет. Я хочу сыграть. Так. Врата ангелов. Вот, арена Тифона. Давно тут не был. Так. Ставлю один сложный, здесь мы ставим сложный, здесь мы ставим сложный. Союзники в нормальный пусть будет, а пусть будет, почему бы нет. Так, здесь мы поставим космодесов, темных ангелов, DLC-шных. Наверное, пусть будет аптекарь. Хотя, конечно, аптекаря за клерика. Аптекаря не считаю за каким-то вот таким такого персонажа, героя. Прям они зря его тут сделали. Но я об этом, по-моему, сотни раз говорил. Так, против кого будем биться? Можно биться, конечно, против космодесов Хаоса. Нет. Почему бы нет? Черный легион. Сложный. Космодесант Хаоса. Пусть будет. Кто бы. Ну, пускай. Нет, не гвардия. Дети императора. Не очень будет гвардия смерти. Так, ну чё, поехали. Уничтожение. Я, по идее, на отшибе. Ну, не суть. Так. Можно было бы, конечно, сыграть с другими игроками, но там непредсказуем, чем может бой закончиться. Неизвестно, что там на рандоме попадется. Я слышу, продолжай. Скоро буду там. Вот. Меня, готовы, конечно, это не сильно пугает, но не хочется что-то такое лулошное, чтобы произошло во время последнего эпизода. Ну, не хочется проигрывать. В последнем, да, эпизоде. Сезона. Космические десантники на поле боя. Так. Заодно вспоминаем, как это, каково играть во второй Довик. Потому что я уже достаточно давно в него не играл. Вот. Так, ага, она побежала туда. Ну ладно. Так. Ребят, вы пошли бы вы нафиг отсюда, с севера. Ждем, так, ладно. Отряд выдвигается. Так, ладно, погнали, тогда здесь мы захватим. Конечно, здесь мне больше нравится за Хаос играть. Ну, как-то. Возведение лучше оно здесь идет. Поддержки. Наверное, зря я это сделал, но да ладно. Мы уступаем энергоузел врагу. Пока по точкам мы вроде ведем и доминируем. По ресурсным. Хотя на центре у нас сейчас никого нет. И это плохо. Чё они всех потащили сюда, к нам? Это очень интересно. Так. Потушитель нам, конечно, здесь не очень понадобится. Мне бы пригодились бы закрыть вот этот проход. Что они, собственно, и будут делать. Генератора.
чего-то она тупит. Я слышу. Так, ладно, пошли с тыла на них наезжать. Укрытие. Так. Я слышу, продолжайте. Генератор в строю. Вот, а, еще почему не стал играть с другими игроками, потому что, ну, сейчас в данный момент времени что-то не сильно много народу есть. Как бы онлайн показал 400 что-то там с копейками человек, но мы это как бы ни о чем не говорит. Да оставьте в покое этих отступающих. Пехота союзников погибает. Мы должны поддержать их. Так, отлично. Скаут, захватываем территорию. Будет исполнено. Нас атакует хаос. Так, все, перекрываем вот эту вот часть. Так, от хаоса не придется ожидать каких-то таких вещей типа штурмовиков, но тем не менее. Предатели, изменники, враги. Тоже есть разные фишки. Так. Новый приказ. Незаконченная работа подобна неотвеченной молитве. Им не скрыться от нашего святого огня. Новый приказ. Контрольная точка теперь наша. Я справлюсь. Ну, я надеюсь, боты хоть как-нибудь справятся с верхней части. Так, выправите. Так. Они стреляли по нам. Готовы выполнять один. Оп. Захватил контроль над энергетическим узлом. Никакой пощады. Союзник захватил контроль над точкой влияния. Приказ боди. Захватить контрольную точку. Так, снимаем это дело. Наш командор достиг уровня 2. Небо потемнело. Что? Предатель, упустили здание скрытца нашего святого. Так, хорошо. Удачно мы перекрыли это все дело. Так, нам надо перекрыть, точнее перезахватить снова точки, которые они у нас отбили. Блин, серьезно. Наши союзники несут потери. Так, дробовики, в принципе. Силы союзников атакованы. Кого-то даже умудрились убить. Скауты готовы. Какие будут приказания? Союз приказ. Так, ладно, дойдем. Союзник захватил контроль над точкой влияния. Потом вернемся. То у меня отряды все покоцаны. Конечно, так делать очень нехорошо. Противник захватывает одну из наших стратегических точек. Что они захватывают? Готов служить, брат.
Легкая цель для меня. Будет исполнено. Они нас сдерживают. Пехота союзников уничтожена. Мы готовы служить. Начинается изверение технологий. Скауты, сегодня мы встанем в строй вместе с нашими братьями. Противник захватывает одну из наших стратегических точек. Что дальше? Скауты докладывают о получении снаряжения. Захватил контроль над точкой влияния. Открыть огонь из всех орудий! Силовые мечи. И может быть захвачен. Что дальше? Начинаю движение. Готов к бою! Захватываем территорию. Я слышу. Продолжай. Я уже в пути. Это оружие принесет нам победу. Плазменные винтовки готовы. Необходимо доступны дополнительные бойцы, командор. Нормально. Мы сделали это во имя. Серьезно? А что, так можно было? То есть вот так вот огородами возле стеночки можно было пройти? Прикольно. Союзников погибает. Мы должны поддержать их. Продвигаемся. Отряд выдвигается. Противник захватывает одну из наших стратегических точек. Им не скрыться от нашего святого огня. Все, он отсюда слинял. Вот это сила баг. Союзников от... Союзник захватил контроль над точкой влияния. Скауты готовы. Союзник захватил контроль приказания над точкой влияния. Продвигаемся. Ясно. Ждем. Ясно. Что-то я не понял прикола. Скауты готовы. Оно же вроде было вражеское. Как скрыться от нашего святого огня? Как это работает? Разведи настроение поддержки. Предатели наносят удар. Новый приказ. Броня рвения готова. Скауты готовы. Ясно. Никто не встанет на пути у космического десанта! Идем сражение! Строение поддержки возведено! Ясно! Отряд скаутов атакован! И что теперь? Наши союзники несут скауты потери! Скауты готовы! Уничтожим их! Открыть огонь! Цель получена! Вояка их была никчемной. Нормально так они наступают. Готовы, приказ подать. Захватить контрольную точку. Мы уступаем точку влияния. Предатель, и пусть тебе станет стыдно. Им не скрыться от нашего святого огня. Они стреляют по нам! Опустошители ждут приказаний! Да, не самым удачным образом я перекрыл. Ну ладно. Контрольная точка теперь наша. Процесс исследования начат. Нам нужно улучшить позицию немедленно. Ждем приказ. Союзник захватил контроль над точкой влияния. Блин, теперь они доминируют. Враг уничтожает наши позиции. Так. Надо консолидироваться.
усилены. Да, конечно, союзников такой себе план. Хоть как-то пытаться заставить поднять. Захватил контроль над точкой влияния нашего Кэпа. Мы уступаем точку влияния врагу. Так. Скауты готовы. Им не скрыться от нашего святого. Сегодня мы встанем в строй вместе с нашими братьями. Так. Мы готовы служить. Выдвигаемся. Мы готовы. Продвигаемся. Надо шире встать. Союзник захватил контроль над точкой влияния. Потому что это немножко не работает. Просто привычка, потому что здесь у нас точка, за которую мы, если мы за контроль поверных точек, играем. Захватить и удерживать. Так точно, брат. Так. Союзник захватил контроль над энергетическим узлом. Союзник захватил контроль над точкой влияния. Скауты готовы. Дружище, ты немножко не так как-то встал. Местность захвачена. Это, конечно, фейл. Развернуться задницей к врагу. Так, все. Там мы заняли. Теперь они не пройдут. Единственное, что как они могут пройти, это, ну, блин, танк зазывать. Так, а мне надо 250, чтобы поднять своего кэпа. Так, вперед. Пригодится. Бегом назад. Союзник захватил контроль над точкой влияния. Мы готовы служить. Блин. Тактическое отступление. Твою налево, проскочили. Выдвигаемся, готов служить, брат. Без пощады, без справедливия. Мы готовы служить, ясно? Мы уступаем точку влияния врагу. Что дальше? Направление подтверждено. Мы готовы служить. Отправляемся немедленно, брат. Что-то вороны здесь какие-то. Может, надо как-то яркость поменять. Прям уж очень красные. Прям почти как кровавые ангелы. Чего быть не должно. Так, что у нас? 250. Так. Подавляющее там. Что у них? Так, ладно. Пора, я думаю, выносить чуть-чуть их. Так. Атакованы.
Воу-воу-воу. Так, 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 так. Парни, отходим. Так, в принципе, у нас даже есть орбиталка. Второй хищник я пока что не накопил, увы. Кто это у нас линяет? Не те, кого я ожидал увидеть линяющими. Так. Что дальше? Не очень удачно я там использовал. Ага, отступаю. Хорошо, хорошо. Все хорошо. Мы готовы служить. Готовы выполнять свой долг. Где? Я слышу, продолжайте. Я прикрыться. Готовы выполнять свой долг. Направление подтверждено. Направление подтверждено. У меня влияния не хватает. Так, ладно, чтобы этот говнюк не настроил ракетных турелей. Ага. Вижу цель. Иди нафиг. Иди нафиг. Следующий танк пошел. Что у нас по тылам ходит? Ага.
говнюк ломает. А на турельки. Так, мы не дадим ему уйти. Ну-ка, давай быстрее разворачивай пушку. Молодцом. Молодцом. Так, решительные действия на мне. А там уж союзник пускай разбирается с точками, со всеми делами. Так. На связи. Ждем приказа. Скауты готовы. Какие будут приказания? Улучшение снаряжения. Наш командор достиг уровня 5. Союзник захватил контроль над точкой влияния. Союзник захватил контроль над точкой влияния. Проредили. Так, 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 так. Оказывается, не ракетная турель, а лазерная пушка. Так, поехали сюда. Зайдем со фланга. Воу-воу-воу-воу! Это кто так? Так, ну-ка давай-ка, чигирями, чигирями. Вот это сейчас внезапно было. Наши союзники потеряли боевую машину в схватке с... Что дальше? Направление подтверждено. Скауты готовы. Принято. А, где бы взять бы укрытие? Контроль над точкой влияния. Да, это вам не Старкрафт.
сержант, чтобы гранаты кидать. Ололо. Что дальше? На связи. Ждем. Я слышу, продолжайте. Видящее наших союзников Эльдара впало в бою. Убитую видящую наших союзников вернули на базу. Ты, конечно, решил разрушить мой строй. Молодец. Отправляемся немедленно, братья. И не смог все равно проехать, а? Даже не знаю, что силы тут сказать. Силы союзников атакованы. Опять. Противник захват. Противник прорывается на нашу территорию. Ползает. Блин, как ты меня заманал уже. Хорошо, так наехали. Я так подозреваю, что это где-то было со спины. Так, друзья, вы не хотите немножко развернуться нормально? По-человечески. Что-то я не понял, она на 180 что ли крутится? Если на 180, это будет печально. По-моему, у нее какие-то были ограничения. Опа-па-па-па-па-па-па. Значит, на 180. Союзник захватил контроль над точкой влияния. Будет сделано. Давайте сделаем лазерку. Твою мать! Ясно! Готовы выполнять. От нас атакует хаос. Ждем приказа.
Ясно? Наблюдайте, но не давайте наблюдать за вами. Я смогу же? Ясно? На нее. Вражеская орбитальная артиллерия! Выходим из зоны! Что дальше? Идем! Что дальше? Принято! Да. Смогли. Скауты готовы. Перевооружение. Скауты готовы. Приказ понят. Захватить контрольную союзную. Ездил, как когда нужен, но приехал под самый конец. Союзник захватывает. Противник захватывает одну из наших стратегических. Этих зажали у базы. Ну да ладно. Все. Уже иду. Ну вот и все. Ничто не сможет помешать праведным воинам. Так, ну а кто у нас по ресурсам? Что это у нас? По ресурсам у нас эльдары, как всегда, ведут, потому что шустрые бегают, точки захватывали лучше всего темный ангел, но во всем остальном превосхожу я. Потому что. Потому что помимо хаоса, который происходит, надо еще как бы хоть как-то уничтожать врагов. И без единиц уже враги не сильно так много чего уже могут. Ладно, на этом на сегодня закончим. Спасибо, что смотрели.